Здоровый образ жизни. Как улыбка влияет на здоровье? Улыбка играет важную роль в сохранении и укреплении здоровья, как физического, так и психического. Улыбка снимает стресс. Стресс неизменно отражается на наших лицах. Улыбка же позволяет снять с лица усталость. Улыбка укрепляет иммунную систему. Она позволяет расслабиться, что, в свою очередь, благоприятно влияет на работу иммунной системы и уменьшает риск заболевания гриппом и простудой. Улыбка позволяет выглядеть моложе. Когда человек улыбается, мышцы лица подтягиваются, что позволяет выглядеть моложе. Улыбка позволяет казаться более успешным. Улыбающиеся люди выглядят более уверенно, кажутся более привлекательными и вызывают больше доверия. Улыбка облегчает боль. Она высвобождает эндорфины, считающиеся естественными болеутоляющими, и серотонин. Нажимайте на кнопку, подписывайтесь на наш канал.